Удачинский комбинат извлек больше 5 миллионов каратов алмазов из руды, добытой предприятием «Алмазы Анабара». Кроме того, там обработали почти 44 тысячи каратов алмазов из руды акционерного общества «Нижнеленское». Такую статистику за 9 месяцев этого года озвучили в пресс-службе комбината. Таким образом, план по извлечению в ГОКе выполнен на 100%. Все кристаллы там проходят через цех окончательной доводки. На этом этапе алмазы проходят черновую мойку кислотами, ручной разбор и классификацию по 6 основным видам. Кристаллы сами по себе очень интересные, попадаются очень редкие, такие как, например, был один розовый кристалл 27 карат с небольшим, ну, очень красивый, такой яркий, ярко-розового цвета, очень редкий. Попадался также кристалл желтого цвета, тоже такой ювелирного качества, очень красивый, 34 карата. Ну, вообще алмазы, сами по себе кристаллы алмазов Анабара такие имеют довольно интересную форму. В основном это додекаэдры. Ну, попадаются кристаллы таких фантазийных форм, типа как похожие там на ромашку или там звезду Давида.